Так, ну это получается пятая уже литерная карта. Действие в каком-то городоке из одноэтажных домиков в основном будет происходить. Средневековый какой-то маленький городочек. Там вот в закоулках-то будет все это и стоять. Сейчас посмотрим, лишь бы их там немного не было. А то есть точек немного. Точка X, точка А в каких-то зданиях. Точка Б, точка С. Не знаю, есть ли тут подземелье. Может даже и подземелье. Это вот круглые форты. Сейчас позырим. Вон, они уже там находятся сразу же. Да, три задачи. Уничтожьте все боеприпасы, уничтожьте радио оборудование, уничтожим коммуникационные башни. Так, ну смотрим карту. Ну а туда направляться сейчас будет. Сейчас обстреливают. Так, ну тут все какими-то пальмами заросло. Вышки там он уже торчат. Так, мы будем сейчас выдвигаться. Так, вот там здорово ошибается. Все, пизда. Он в котловине находится, этот городок. Стоп. Надо как-то штурмовать туда потихоньку. Лезь, лезь. Они там на крышах везде стоят. Пулеметы вон там, я вижу, уже везде стоят. Вон, видишь, кое-кто за листьями. Вот сколько их там скопило. Часть, но не все тебя видят. Но не все. Вот этих уничтожить. Забегали. Ну все, обложили. Взяли как-то вилку, да, вот, видишь, боты вроде дураки дураками, но могут, видишь, вилку, пока одни отвлекали, а один сзади забежал, все, обложил. Давай-ка сюда. Сколько их там много. Подожди. Там мечется. Укрепленный городок, да. Ну-ка, что тут мешает? Вот тут-то их дофига стоит. Пулеметы. Вертолет сгорел. Ну, три точки. Вот это щитовая пушка тут еще. А как бы обходить, да большую часть и так и ликвидировать постепенно. Там он один зависал, урод. А тут-то дофига.
знаю, есть у них там хоть какая-то регенерация или нет. Сейчас посмотрим. Так. Давай-ка поднимемся. Ну-ка, обстреливают. Там они вон на крышах-то не регенерируют. Слушай, они похожи. Вот есть риск, что они, я смотрю, они на крышах тут, похоже, регенерируют. Вон, видишь, по новой. Да, это очень плохо. Отнюдь она непростая, эта карта. Где бы здесь скрин-то сложно сделать? Что за рушие? Ну давай. Видишь, очень сильно идет регенерация в этом городке. Ну вот такой скрин. Давай, пошли. Сука. Где ты, падла? Пулеметы надо вон эти все сжигать. Стоп, подожди, подожди. Щитовуха ебет. Нормально. Ух ты, суки. Шпарят. Да, карта оказалась не очень-то простой, как кажется. Есть в ней свои, вон, такое пасмурное небо с солнцем. Похоже на карту Чарли. Надо двигаться аккуратненько. Так, вот тут. Ну, такой вот вид тоже на городок. Он за стеной, короче. Ну, надо чистить. Да. Гады. Близко-то не подходит. Нормас. Так, я капаха. А вот она, давай, бери. Бери. Так, все нормально. Вот, ну, короче, что-то тут хреново будет дело. Видишь, регенерируют эти черти. Это очень плохо. Городок оцен. Ну, сука, их тут дохуя. Козлы. В общем, короче, тут дело не очень все классное. Ну-ка, это сгорит, интересно. Да, сгорело. Давай внутри боеприпасов этого форта уничтожим. В общем, ну-ка, точка А, в общем. У большого форта получается и барака. Неизвестно, где станции. В форте это обязательно находится. Деревья. Давай барак вычистим. Бушку можно и на потом оставить. Ягра традиционно внутри. Давай сжигаем. Удар, традиционная радиостанция, которой пользоваться невозможно.
Давай теперь сплезем вниз. Вот я отсюда пришел. Но это на потом. Вначале давай именно боеприпасами заниматься. Боеприпасы уничтожать сразу, безжалостно, где бы ты ни нашел. Сука, блядь. Дело будет плохое. В отличие от двух предыдущих карт, тут что-то какой-то полный пиздец. Их очень много. Парят со всех сторон, падлы. Сука, мне даже не зайти вовнутрь. У, блядь, что они там делают-то, падлы? Не зайти. Зачистить обязательно. Да блять. Форт надо зачистить. Форт левее командной точки. Козел ты. Так, ну-ка. Тут все нормально. Блять, в этом огне ни хера. Все, вычистил я. С фортом. Ух ты, сука! Да, тонны. Давай-ка это перебьем. Снимают черти. Ну, форт зачищен. Не знаю. Да, блядь, ничего делать. Блядь, их там тонны по отделению минимум. Бегает не менее этого отделения. Сука, тут так что-то какая-то ерунда творится. Главное, что все по новой идут, регенерации. Обойти ничего, наверное, невозможно будет. Уже в форте уже кто-то опять появился. Да. Да, тут какая-то пизда будет в самом городке, наверное. Мы попытаемся сейчас продвигаться туда. О, блядь, все крыши заняты ими. Пизда, в общем, короче. Место очень плохое. Прямо скажем. Вещь особо-то не удается никуда пролезть. Блять, это там дохуя. Плохое место, плохая карта. Да, хер тут знает, как. Да точки бы это далеко.
Я не знаю даже, как это точки бы. Ублюдок. До точки Б еще надо добежать. Там где-то танк шумит. Пудово только одно, что у нас. Вот уже совсем рядом где-то точка бы. Ну-ка сюда. Да. Ну, перебить хоть ящики смог. Блять, их дохуя. Слушай, просто тонны. Даже не, тут не сказать, что их много или мало, просто тонны. Но главное, они же регенерируют. Это как бы дум на самой сложной уровне сложности. Ничего хорошего. Нету. Отходи, отходи. Вон там еще... Слушай, а там что за херень? Это уже радиостанция. И вот они уничтожаются. Они тут прямо, слушай, рацию поставили вот вышкой. Ну уничтожай, чё жалеть. Он еще одна радиостанция. Не будем ее жалеть. Ювелирность зачем? Козлы, блядь. Тут не знаешь, как подобраться. Подожди, подожди. Да вон там КПХ-то. Блядь, туда еще хер дойдешь, вот эту херню. Все, пизда. Это бесполезно на таких картах остервеняться, потому что тебя все равно убьют, короче. Знаешь, остервеняться можно, когда ты знаешь, что ты их просто снес, да и что ты ни хера все равно их ничего не регенерирует. То есть это как это муравьев так давить, что бесполезно делать, и тараканов остервеняться, что толку-то. А их снова в таком же количестве прибывает. Не поможет. Тогда ладно их там. Какие-то там десятки там. Ну даже пусть сотни штук. А когда их какие-то квадриллионы там. Так это... Еще все равно ты не сделаешь. Квадриллионы гадов каких-нибудь. Более организованно еще действующих. Если уж просто хаотически там бегают. А есть гады, которые по плану работают. Это вот уже пизда. Ну так, потихоньку. Боже, боже. Пиздец. Потихоньку. Не знаю зачем. Ну так. Блядь. И метод Барлрога не спасает. Очень много их. Все, пиздец. Толпы просто бегут. Толпы. Лавина огня и толку. Блять, все равно прошивают. Да какой-то пиздец, конечно.
намутили. Вот тут они, конечно, этот мия колбасе. Насрал здорово. Блять, в упор танк ебет. Да иди нахер. Задолбал уже. Блять, их бегать дохуя. Да наверное хер ты пройдешь, ну-ка в эту дурку можно проскочить. Да блять. Куда ты там проскочил? Ну а вот там уничтожать. Певцы ебанутые. О! Бэ. Тут все пизда, видишь, точно в башку. Каска не спасает. Вы желательно ворот один строить. Так, ну-ка. Ну-ка, давай, давай здесь смотреть. Не понял. И так кто-то стреляет. Ты, блядь, давай, 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 сейчас отходь. Да блять, все пизда. Да, такая карта, в общем, какая-то ебовская. Ну, команду рассчитано, конечно, все. Знаешь, это все не на одного человека. Да блять, сука, опять. Все пиздец. И все сгорело. У нас постоянно огнемет работает. Блять, он ведь опять там идет. Да надо точку Б как-то брать. Там-то дело. Вот командой-то, конечно, проще было. Подожди, где эта сука-то стоит? Пизда! Мне еще хер подоберешься, сука, потому что лазер, видишь. Прямо перекрыл. Козлы. Пока идет пизда полная. Не подобраться никак. Да ебаный ты урод. Все время, видишь, идет возрождение. Причем в самых разных местах. Блять, сука. Точку Б я возьму, конечно. А тут пока. Херня. Ну как я туда же не пролил? Тут вижу дырку эту не пролил. Сука. Сука, он там. Блять, заложили, падлы. Блять, отходь, отходь. Да вот танк. Стоп, стоп, стоп. Блять,
по этой суде. Туалет ебучий там. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай, давай, давай. Радар расстрелял. Тут у них и хранилище. Да блять! Подожди, подожди! Ты, ты! Нормально. Пизда отвечает. Все, готов, готов, танк этот. Ублюдки, ты вы недобитый. Ну, короче, я вблизи точки Б. Танк спалён. О! Полный пиздец. А боты, кстати, тоже могут открывать двери. Да еще как волки такие были бы. Ну, боссы, они могли. Обычные-то монстры просто отходили открывать. А боты могли... Ну, то есть не боты, а головари могли их блокировать, и все. Дверь полностью открытая была. Даже волки 3D. Какие-то боссы, они почему-то были двухмерные. Стоп, 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 стоп. Попалей-ка туда, огоньку. Ну-ка, ну-ка. Блять, ты скотина. Урод. Ублюдки. Брать тут, сука. Блять, командами. Бой идет ни на секунду не прекращаясь. Ну, надо брать точку Б. Сейчас вот это главная задача, короче. Давай, давай. Я переберем. Ах ты, сука, все, опять обстреливает. А теперь нормус. Да нормус, нормус. Традиционно прячутся в ящиках. Все нормально. Так, тут, в общем, вышка окруженная этими рациями. Это не типично. В общем, боты слили ключевую точку в центре городка, получается. Есть риск, что танк будет еще где-нибудь. Посмотрим. Нормально. Пиздец. Бой продолжается, как говорится. Я. Вот не я тебе. Все сгоревшее. В этом пепелище сплошное. Ну-ка. Сука, пулеметы шибают. Вон там еще стоят на пулеметах. Это радиостанция, ну-ка. Хорошо.
Пиздец. Эх ты, гады, что вы тут, гады, делаете? Карта, можно сказать, повышенной сложности. Даже вот такую карту можно уже подметить. Там. Сука. Вот я не знаю, тут есть подземелье, нет? Пока трудно сказать. Может и нету. Хорошо. Ящики у них. Так, нормально, перебиваем. Я и хочу вначале ящиками заниматься, будет видно, когда эта задача выполнена. Чё я? Я станции этой и вышки я всегда успею. Там он вблизи точки Б какую-то не уничтожил. Ух ты, бляди. А чё, чем тут хорошо пулеметы уничтожать? Хотя они, в принципе, это и не нужно. Ну чем хорошо? А вот, вот, вот он стоит здесь. Чтоб видно, что ты прошел эту часть. Ну нормас. Ну тут внизу, внутри, вернее, ничего интересного нет. Просто рации. Рации, вышка. Больше ничего там нету. Ну-ка. Вон, гады, у пулемета стоят. Да, подожди, стоп, стоп, стоп. Не вижу, не вижу. Хорошо. Так, вон там какой-то гад бегал. Ну, там форт у них находится. Так, а тут чё? Ну-ка, давай сюда смотайся. Ну, ты вот поэтому пулеметы хочется уничтожить, чтобы не было их в наличии. Нормально. А вон, вон. Раз на изготовку, два. Вон, подожди, подожди. И уже конец городка. Ты подожди, подожди. Подпевает электричком ткацкой фабрики гудок. Вон танк, танк. Ну все понятно, вот второй танк. Всё, пизда. Ну, короче, там второй танк стоит. Так, сейчас вроде как регенерация их поменьше, что ли, пошла. Еще надо точку С захватить, последнюю. Да, ну, теперь уж народ пройдем. Начало-то было не очень, поэтому классно. Только опять их там возродил. Форте надо их перебить. Так, ну будет... О, блядь, ну что ты делаешь так, Кирилл? Сам по себе. Сейчас сам себя прикончил. Видишь, огнемет опасен. Чуть-чуть саданешь не так. И пизда. Это как вот в этом... Как сказать... Blackstone-то игра. Доктором Голфером. Там огнемет был безопасен. Можно было ошибать. А в триад там вот пизда, можно было тебя этим огнеметом отправить в могилу. Очень легко. Так, вон там гад. Пусть часть ящиков. Возможно. Так, нормас.
Тука-тука-тука. Козел. Козел, козел, козелович. Два пулемета, я смотрю, там остался. Козел, козелович, козелкин ты. Да, в общем, такое дело. Ну-ка, сюда в дырку можно? Не, сюда нельзя. Сюда нельзя. Ух ты, бляди! Сука! Короткая очередь, видишь, то встает, то падает на землю. Короткая очередь, и пизда. И жизни больше нет. О, давай, давай, давай! Очень опасный. Ну давай, рядом танк, там надо вот к нему подойти поближе. Так. Считаем. Ну-ка, сука, подожди. Там какое-то... Или это за стеной? Какое-то шевеление идет нехорошее. Ну ладно, давай по танку. Он сейчас тебя ничего вреда не нанесет никакого. Пожигай его. Ну-ка, надеюсь. Блять, пизда, саданул. Вреда никакого нанесет, говоришь. Тебя в упор херакнул с башни, да и все. Вот тебе и вреда никакого. Я даже не успел отскочить. Ну давай по новой. Видишь, тут очень хорошо, что можно технику-то сжигать. Это очень классно. Сука, уже ворочает башню. Эти гады, наверное, там за стеной. О, они сгорают сквозь стену. Давай, отойди, отойди. Фу, пидорасы. Петушня. Второй раз. Петухи на танке. Вот видишь, сквозь стену можно прожечь. Если какой-то... На некоторых картах видишь, стоит задача. Уничтожь всех. А вот как на карте Эквилибриум. Один чувак попал... Ну, бот. Между текстур. И как мы там мучились, мучились его там нахуй. Пока там как-то не удалось. Просто подрывом его шли. Давай, давай, давай. Все, горит, горит. Да все уже, может это, да, не соваться, пусть взорвется. А то сейчас тебя добьют. Сейчас давай быстренько по вот этим. Ты, блядь. По этим закоулочкам пробежимся. Ну вот он. Ну чё? Танк-то... Ух ты, пизда! Еще и херакнули. Ну, чуть-чуть повредили, но не особо сильно. Пидорас, видишь, башню ворвали. Все, ничего успел и выстрелить напоследок. Смертники долбанутые. Давай, бери точку С. Что ж там? Два танка, в общем, тут было. Но теперь их нет. Все, давай, сжигай этим. Давай, сжигай пулеметы. Ну, считай, все, теперь уже карта уже практически пройдена. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, нормально. Так, а форт пройдем. Помню, что тут могут негодяи прятаться. Так, зачищаем. Все. Все, игра выиграна. Боеприпасы все уничтожены. Остаются радиоточки и коммуникационные башни. Ну что говорить. Радиоточки мы знаем, где находятся. На площади Б. Ух ты. На площади Б. Б-б-б-б-б-б-б-б. Бараны. Бараны. Б. Площадь баранов. Б. Бе-бе. Вот на площади Б находится. Прямо под вышкой шкафы стоят. Ин. Барака. И вышка. Ну там стандартно. Типичная такая точка. А тут не типичная. Вот, кстати, эти стены можно вот так вот по лестницам. Хоп. Я. Говорят, коты.
Так, ну теперь за любовь к котам и коровам. Коты и коровы. Ну ладно, давай туда. Сейчас, в общем, ради оборудования, до вышки и все, и конец. Последняя задача. Все-таки прошел я эту карту. Хотя местами она была непроста. Но понятно, маты какие-то вкладывать бесполезно. Вот сейчас давай. Я не понял, не думаю, что лучше. Тут или тут поначалу кончить. Да. Ну давай, кидай в любом случае сюда. Сейчас. Ну давай с этой начнем. Тут еще много всякой херни, так давай. Сейчас. Будет тебе. Наверное, все это все сразу же взвешивало. Один раз, наверное, все оборудование ликвидировалось. Ну, сейчас просто смотрим. Так, давай быстренько пробегаем. Назад не возвращаться. Ну, наверное, да. Не надо колотить поодиночке. Все, тут все ради оборудования ликвидировано. Тогда давай туда, к точке А. Значит, барак с радиоаппаратурой. И вышка. А гады, кстати, в этой ближней части между А и Б возрождаются. Тут до хера. Газ выглядит. Вот они где сидят там все. А во второй части их, в принципе, мало. А здесь уж просто какой-то кошмарик. Просто голоса какие-то. Дружные голоса, блин. Давай, в общем, в барак залезем. Уничтожим радиоаппаратуру сейчас. Останется вышка, да и все. Угу. Кинул, отошел. Кинул, двинул, отошел. Все, радиоаппаратура вся уничтожена. Коммуникационная башня. Тут еще гады и на холмах какие-то возрождаются. Не так много, основная масса вон там она тусуется. А, все, завершаем игру. Что тут уже неинтересно, как говорится. Так. Так. Вот и все, конец. Миссия закончена. Ну. Вот. Регенерировалось их очень много, получается, вблизи точки А, да по пути к Б, так это было непросто. 2000, Джон набирает 2581 очко, 400 ровно фрагов, то есть это 4 роты, так вот уже прилично. Во второй частью за точкой Б, в общем, я быстро пробежал. Ну, все-таки пробежал, с первого раза.